на матч регулярного чемпионата НХЛ 2017-18 между Сент-Луисом и Вашингтоном один из молодых болельщиков Капиталс обратился к форварду команды Александру Овечкину с плакатом. Мальчик, по всей видимости, хотел попросить клюшку у кумира. Но идея написать текст на русском с помощью переводчика оказалась не слишком удачной. Клюшка, правда, мальцу все равно досталась. Вашингтон победил в матче со счетом 4-2. На счет Овечкина последняя шайба в пустые ворота. Будь в контакте с